наши дети. Начиная отчетный концерт детско-юношеской фольклорной студии «Наследие» под руководством народной артистки России Надежды Георгиевны Бабкиной. Thank you.
5:25. Вот она и загуляла наша шаечка опять. Сначала всех попьем!
большое за внимание, хотела сказать, за ваши аплодисменты, за ваши эмоции. Мы хотели бы поблагодарить руководство театра, нашего несменного, так сказать, так, руководителя, наставника Сладкову Кристину Владимировну. Она всегда на страже, она всегда с нами. Спасибо ей огромное. Также за все, за все возможности. Ирина Петровна, можно вас положить к нам? Да. Также привет, ребята, звук. Спасибо вам большое. Педагоги. Дети, вы такие замечательные, мы вами гордимся. И даже если мы на вас ругаемся, мы все равно вас очень любим, знаете это. Ну что, особая благодарность педагогу, особая благодарность еще раз руководству театра Ирина Петровна. Надежде Георгиевне, конечно же, мы ей передаем огромный привет. И я думаю, что она обязательно увидит этот концерт. Не просто так мы его снимаем, он останется в памяти, и Надежда Георгиевна, мы его тоже покажем. Ну что, поздравляю всех с праздником! И на этом...